19 июля в селе Луцино Одинцовского района митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий совершил чин великого освящения Никольского храма и возглавил божественную литургию в новоосвященном храме. Его высокопреосвященству сослужили благочинный церкви Одинцовского округа архимандрит Нестор, настоятель храма протоиерей Евгений Верму, священники Одинцовского благочиния. Архимандрит Нестор поблагодарил владыку Ювеналия за визит и напомнил присутствующим, что данный храм был построен на рубеже 18 и 19 веков. Он был передан православной общине в разрушенном состоянии после расформирования в 1991 году существовавшего здесь цеха Шиховской фабрики музыкальных инструментов. Как отметил архимандрит Нестор, очень важно, что в восстановлении этого храма участвовала православная молодежь Одинцовского района. Много лет подряд здесь работали православные лагеря. Подростки помогали в строительстве, а теперь приход окормляет существующую здесь православную начальную школу. В свою очередь, управляющий Московской епархией митрополит Ювеналий обратился к священникам и прихожанам с поздравлениями и вручил церковные награды благочинному архимандриту Нестору, настоятелю Никольского храма отцу Евгению, строителям, благотворителям храма.